Сегодня в Астане пройдет пленарное заседание Мажилиса парламента республики. На повестке дня депутаты обсудят изменения и дополнения, которые коснутся двух законов о госзакупках и статусе представительства Международного комитета Красного Креста в Казахстане. Законопроект по госзакупкам будет решать три главных проблемы сферы госзакупа. Это чрезмерная зарегламентированность закупок, низкая квалификация ее участников и большая доля закупок из одного источника. Также законопроект предлагает установить административную ответственность работников госсектора за нарушение правил закупок, а также их перевод на электронный формат. Отмечу, что впервые перед депутатами с докладом выступит министр финансов Алихан Смаилов. На месте событий работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Зарин Бисембина. Зарин, доброе утро. Началось уже заседание. Вера, здравствуйте. Да, пленарное заседание началось буквально несколько минут назад, и поэтому говорить о каких-то итогах его, конечно же, еще рано, но я могу проанонсировать повестку дня, какие вопросы сегодня будут рассматривать, касаются они самых разных сфер работы нашего государства, начиная от стандартизации производимой и ввозимой продукции в Казахстан и заканчивая работой квазигосударственного сектора, как вы уже отметили. И я тоже расскажу, что сегодня перед депутатами с этим вопросом будет докладываться перед депутатами будет вновь избранный, недавно избранный министр финансов Алихан Смаилов. Отмечу, он был помощником президента и буквально несколько недель назад был назначен главой финансового ведомства. Поэтому, думаю, сегодня будет пристальное внимание к нему как со стороны журналистов, так и со стороны самих депутатов. Говорить о каких-то деталях его доклада, естественно, еще пока рано. Его вопрос стоит вторым в повестке дня, но я думаю, что уже в следующих информационных часах и эфирах мы сможем дать более подробную информацию. Пока у меня к этому часу вся информация. Вера, я передаю слово вам. Спасибо, Зарин, хорошо. Ждем от тебя новой информации. Зарин Бисембина работает в Мажилисе.